В душе курсант, на погонах лейтенант. В этом году 290 человек получили дипломы Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. 6 из них – представители Чувашии. С выпускниками Сызранского летного училища встретился глава республики Михаил Игнатьев. Мужское рукопожатие, на плечах офицерские погоны, в глазах уверенность. Почти 5 лет назад они присягнули на верность родине. Сегодня гордо именуются выпускниками Сызранского летного училища. Самое запоминающееся в учебе – первый самостоятельный полет. И за эти 40 минут уже можно было настолько устать, то что выходил из вертолета и еле там идешь до столовой немножко перекусить и отдохнуть, и опять в полет. Сызранским филиалом Академии Чувашия наладила сотрудничество в 2008 году. С того времени курсантами стали 43 молодых человека из Чувашии. Все как один усердно учатся и достойно представляют республику. Учителя, которые нас обучали, они говорили нам такие фразы: «Вы, ребята, которые приезжаете вот именно с Чувашии, всегда относитесь к делу с уважением, с упорством изучаете предметы». За это, конечно, им отдельное спасибо стоит сказать. Тому, что ребята выбрали эту профессию, поспособствовала в том числе и экскурсия в Сызранское летное училище. Их ежегодно проводит выпускник, кавалер ордена Боевого Красного Знамени Геннадий Матвеев. Единство и сила, когда вот в республике созданы условия воплощения идей общественников, хорошее дело подхватывается, и Министерство образования обеспечивает, содействует, тут только работать, работать и работать. Следующий этап – срочная служба в вооруженных силах Российской Федерации. Спустя несколько недель молодые люди отправятся в разные регионы страны – от Московской области до Владивостока. Открываются прекрасные возможности для самореализации, для дальнейшей жизни. Вы же не только там в военно-воздушных силах будете где-то служить. Вообще можете быть сотрудником органа правопорядка, соответственно, по линии МЧС, МВД, Федеральной службы безопасности, других федеральных структур. Летите, крылатые наши сыновья, для вас преграды нет. Мы рады, что вы выросли здоровыми и вы сумели подняться в полет. Служите достойно родине. Мы будем вас ждать. На родину выпускники, разумеется, вернутся еще не раз. Здесь их ждут родственники. А в том, что молодые летчики будут честно служить и станут достойными защитниками Отечества, нет ни малейшего сомнения. Ирина Волкова, Андрей Спиридонов, Республика.